народ недоволен то, что происходит в целом, не только с бульваром. Я думаю, мнение многие мое поддержат. Не только мое, а всех горожан. Всем надоело уже это все. Ай-яй-яй-яй. Надо обязательно возобновить это дело. Чтобы там привести в порядок. Это ж, ну, такое место. Это исключительное место. Единственный инвестор, которого сейчас выгоняют оттуда. Это что за ерунда так? Мы здесь все родились. Сначала их помню, они вон жили на Кулакова там. Я их всех помню, одно училище заканчивали. А у нас приехали и спрашивают, где памятник у нас Казарновском. Нет у нас такого памятника. Никогда не будет. Потому что Казарновская, он поет, оперная певица. Все. Дело все в том, что этот памятник был первый в городе, который построен на деньги наших граждан. Подвиг был совершен в 1829 году, а памятник поставили в 1832. Конечно, хотелось бы, чтобы было красивее все. Конечно, это общественное место, и все любят это, во-первых, место. И мы гордимся, севастопольцы, что у нас есть такие места, где и отдохнуть, и пообщаться. Если касается восстановления, то я была бы только за. Готовы защищать если понадобится, то да. Я заикаться начинаю по этому вопросу. И когда смотришь телевизор, слезы наворачиваются. Что делают с красивейших мест Севастополя, с города-героя? Город-герой превращают опять в какую-то оборону Севастополя. Это наша танцевальная площадка по молодости. Любимая танцплощадка. Ну, желательно бы его хорошо отреставрировали, открыли. Конечно, местные жители, конечно, волнуют. Безобразие сейчас там, мы считаем. Потому что его надо восстанавливать, что если человек взялся, значит, не надо ему мешать, правильно? Такое правительство у нас, такой у нас и бульвар. Все зависит от них, рассовывает все по карманам. А что, творят беззаконие. Здесь понимаете, как ответить? Ну, в свое время Кравчук сказал, я, говорит, все делал, чтобы навредить партии. Теперь наш товарищ мэр все делает, чтобы навредить севастопольцам.